Друзья, сегодня мы готовим скумбрию пряного посола малосольный. Рецепт внизу в описании под видео. Для этого мы варим рассол. В горячую воду добавляем соль и специи, варим 1 минуту и снимаем с огня. В еще горячий рассол добавляем горчицу и растительное масло. Перемешиваем, остужаем. Кусочки скумбрии складываем в посуду и заливаем остывшим рассолом. Закрываем крышечкой, оставляем в холодильнике на сутки или двое. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, какие рецепты вы хотели бы еще увидеть на канале. Приятного аппетита, кушайте на здоровье!